Привет, друзья. Тут такое дело. Загорел у меня предохранитель на моей сушилке. И решил я из-за этого купить новую сушилку. Вторую фирмы Садочек, точно такую же, как у меня была. Модель 1М. Ну, это шутка по поводу того, что я купил его из-за того, что перегорел предохранитель. Мне просто производитель увидел мой ролик в Ютубе про ихнюю сушилку, про сбор пыльцы ихней сушилки и решил сделать презент. И подарили мне вторую такую. Ну, это тоже шутка. Никто такие подарки сейчас не делает. Это я, друзья, просто у меня как бы с объемом пыльцы объемы растут и одна моя сушилка чуть-чуть не справляется. Не справляется она не потому, что она плохая, а просто по той причине, что просто объем пыльцы увеличивается. И реально два ведра мне уже не хватает. Я решил приобрести вторую сушилку. Да, она дорого, но скажу, буду откровенен, если бы сушилка была плохая, я бы вторую такую не покупал. Почти за 11 тысяч гривен. Ее цена 10,5. Я брал точно такую же самую сушилку, как у меня и была. 1М. Все тоже такая же комплектация. Все то же самое. Книжечки, руководство, запасные предохранители. Короче, все, все точно так же, как и 3 или 4 года тому назад, когда я покупал первую сушилку. Сушилка очень доволен, и поэтому, не задумываясь, несмотря на то, что она стоит дорого, она свое дело делает, она отрабатывает полностью, скажу. Она отбивается сразу же практически на первых там 70 килограммах пыльцы. Так что вот взял вторую сушилку. Сейчас достану. Сделал я стеллаж с тестем. Вернее, тест мне, буду честен, не я, а тест мне сварил стеллаж по две таких сушилки. И будет на двух. Упаковано хорошо. Уголки все закреплены пенопластовыми уголками. Вот сверху, сбоку, я думаю, что проблем не должно было быть. Где-то у нас с заставками и так дальше. Она была в обрештовке. Ой, неудобно. Была в обрештовке. Я думаю, что нигде никаких проблем у нас не должно быть. Так что упаковано хорошо, доехала хорошо. Одно только, не знаю, вот дырочка как раз напротив датчиков. Ну, я думаю, что не должно быть никаких проблем. Посмотрим. Ну, тут пленочка целая. Все нормально. Чуть-чуть поменялся. Поменялись предохранители. Так, ну сейчас посмотрим. Достал я поддончики. Заказал их на 7 штук, как и в своей. Она стандартно идет на 5 лоточков. Ну, для пчеловодов фирма Технопром, по-моему, делает на 7 лоточков. Брал обычную, точно такую же, как и брал. Ничего не поменялось в дизайне за несколько лет. Одно только что вот поменялось закрывашки для предохранителей. Они стали другими. Вот, вот все так и осталось. Вот такие. Ну, дальше будем смотреть и работать. Работать и смотреть.